Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жилой дом в центре Кирова благоустроили к приезду президента Владимира Путина. Частично. Об этом сообщает городкиров.ру. Портал приводит фотографии, на которых видно, что фасад здания по улице Карла Липнихта, 93, напротив нового корпуса Герценки, окрашен. Цоколь теперь фиалкового цвета, а первый этаж стал ярко-желтым. Наполовину. Ровно до уровня крон деревьев, скрывающих оставшуюся часть дома от взгляда с противоположной стороны улицы. Местная жительница сообщила изданию, что рабочие обновляли фасад именно к приезду президента, и окраска выше видимой части здания в их планы не входила. Со стороны двора также никаких работ не велось. Собеседница издания утверждает, что за окраску фасада с жильцов взяли деньги. Дайджест недвижимости. Мэрия объявила о сносе аварийных домов в Ленинском районе города Кирова. В постановлениях на сайте администрации города указаны здания на Деповской, 83, Рейдовая, 1 и улице Коллективной, 45А. Первое здание находится в районе железнодорожного вокзала, второе в Вересниках, третье в поселке Новом. До конца октября этого года теруправление должно отселить жильцов в помещение маневренного фонда. Снести здание должны до окончания 2020 года, уточняется в текстах документа. Дайджест недвижимости. 3/4 россиян считают, что регионам программа реновации жилья нужнее, чем Москве. Такие данные приводит Всероссийский фонд изучения общественного мнения. Доля согласных с этим утверждением респондентов высока даже в Москве и Петербурге. Так ответили 70% опрошенных. 42% участников исследования считают, что программа реновации жилья является приоритетной для страны. 47% полагают, что есть проблемы, требующие более оперативного решения. Напомню, закон о реновации в Москве был подписан Владимиром Путиным 1 июля. В итоговый список объектов, подлежащих сносу, включены более 5000 московских жилых домов. Ранее в Госдуме заявляли, что после столицы программу реновации распространят на всю Россию. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас конкретных планов в отношении других регионов нет. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.